В детской школе искусств открылась персональная выставка картин начинающего художника Ильяса Карташова. Зрителю представлено 24 произведения юного дарования. Это репродукции, выполненные на мастер-классах, конкурсные работы и школьные контрольные. Сам автор выставки говорит, что предпочитает рисовать в графике. Я с детства очень любила рисовать, и у меня был к этому небольшой талант. И так я начал рисовать. Я наблюдал за тем, как учится Ильяс, сколько у него набирается работ. И вот в конце прошлого учебного года мне стало ясно, что уже пора ему так представляться перед широкой публикой. Под классным руководством Артура Ахметшина Ильяс успешно обучается уже 5-й год. За это время юный художник сумел собрать внушительную экспозицию и представить ее зрителям.